Всем прекрасного итальянского футбола, друзья! С вами FIFA Прогноз, очередной матч. Сегодня мы отправляемся с вами в Италию, где будут играть команды Интер, чтоб он провалился, и фаворит данного чемпионата, помимо Наполи, это Ювентус. Со мной чтобы в студии Александр. Тоже. Да, со мной Александр Дегтярев в студии. Саня, тебе большой привет. Я знаю, ты любишь эту работу, я знаю то, что ты любишь говорить по ставкам. Поэтому давай, вещай. Не очень-то сильно и люблю, но... Букмекеры считают Ювентус хоть и не очень сильным, но все-таки фаворитом, это однозначно, но это очевидно для всех. Ставки на Ювентус одинаковые, у 1xbet и Олимпа 2.09, в принципе, немало, но и не сказать, что много. В принципе, команда играет в гостях, сейчас сложно сказать, что она испытывает проблемы. Тот матч против Реала мы все прекрасно помним. Ну а на домашнюю команду, на Интер, коэффициенты колеблются от 3.65 у Винлайнда до 3.89 у Олимпа. В принципе, достаточно много, но я не так, чтобы сильно верю в то, что Интер сможет в этой встрече затащить. Икарди, скорее всего, побежит осеменять чью-то жену, либо же забивать голы. Так вот, на ничью примерно такие же коэффициенты. 3.26, 3.46 и 3.44 – это Винлайн, Олимп и 1xbet соответственно. Ну, в целом, я думаю, тут для всех расклад ясен. Единственное, что все ждут, что Ювентус сам себе создаст какие-то искусственные трудности или вдруг Икарди нечаянно увидит в Джиджи Буффоне какую-то порно-актрису. Я не знаю, что да, должно произойти. Это мы будем сейчас проверять. Поехали. Чемпионат Италии, серия А, 35-й тур из 38 возможных. Интер против Ювентуса. Понеслась. Что? И кого он отымел? Что? Это же Икарди был, да? Я не знаю. По-моему, нет. Что? Офсайд? А что происходит? Что, почему пропустить-то нельзя? Что, офсайд? Что? Мне просто хотелось увидеть... А, это Антонио Кондрева. Антонио Кондрева, который в какой-то момент, по-моему, в 16 году и очень хорошо играл за Лацио. А после его ухода Лацио оказалась на 12-м или 13-м месте в чемпионате. Ой-ой-ой. Ну, ей-богу. Игуаин. Игуаин бьет! Куда? Че, это мяч попал в защитника и угловой, поэтому все нормально. Ясно. Ханданович на выходе, отлично. Так и должен играть вратарь с рейтингом. Смотри, ты че сзади меня стоишь? Ты ждешь, что я мяч опущу, да? Ах ты хитрюга. Ну, теперь хотел. И Дибала получает в лицо. Матюиди, удар. Ах. Блес вылез. Блес да. Залез. Ну, дай. Ханданович, 91. Не просто так. Что ты делаешь? Ой-ой-ой! А, ну. Что там происходит? Почему он не добежал? Не знаю, но это был очень хороший момент сейчас. Прям очень хороший. Это было максимально... Но его надо было завершать, а не бить по перекладинам. Мокро на моем стуле. Оп, Александро взял мяч, отдал Диего Кости. Диего Коста отдает Игуаину. Александро. Игуаин побежал, брат. Навесил. На кого? На Дибало. Дибало отдал Хидире. Хидира мог забивать гол, но не забил. Ну, 91, не просто так, да? Да. По жизни, я не знаю, в жизни вернее. Ну, по крайней мере, я не видел никаких... По жизни он игрок Интера. Ну, я не видел никаких... Это клеймо. Чтобы дать ему рейтинг там выше 86. Ну, представь сейчас рейтинг у Доннарумы 99. Раз так начали Кальчо отдавать рейтинги. Доннарума. 1-0 по итогам первого тайма. Александр наконец-таки доволен, то что первый тайм он выиграл. Справедливо выиграл, прошу заметить, что ты делаешь, идиотство. Идиотская твоя рука. Идиотство. Ты делаешь какое-то идиотство. Заболтал меня, собака. Ванька, Перешич, ну, братишка, что ты делаешь? Ставь пенальти, просто так. Давайте пропустим, пожалуй.
Да пора бы уже. Да пора? Да. Гранлуиджи, да пора. Мах. Иногда знаешь то, что чемпионат Италии чем-то похож на чемпионат Югославии. Так. Первая мысль. Это знаешь, как в Лиге плохих шуток, когда говорят первую часть, ты уже ржешь без добивки. Вот, да. Сейчас, вот сейчас я как бы... Добивка не нужна, давай на этом остановимся. Итальянский чемпионат похож на чемпионат Югославии. Да. Ой-ой-ой! Но! Гол! Да-да-да-да-да-да-да! Это первый удар в створ. Опять просто первый удар в створ. Почему он оставлен был один абсолютно? Гонсало Игуаин. Кусало Игуаин. Да. У бабушки пирожок у Кусало, вот этот вот, известный. Причем бабушка живет где-то в Неаполе и сжигает очередную футболку с его именем. К честным воротах. Вдруг у нас серия пенальти после матча. Ты прям любишь походу этого игрока, да? Кого? Честно. Обожаю, просто бы. Знаешь, после игры с Манчестер Юнайтед, которая закончилась со счетом, по-моему, 8-2, я просто обожаю, фанат Войцеха, честно. 8? Он забил один болт на свои прямые обязанности. Это было прям, давай вот даже нормально, стой, подожди, нет. Ать! Ну это было прям очень сильно. Хуан Квадрадо забивает второй гол за Ювентус в этом матче. Навес в штрафную площадь. И навес. Удар головой. Ну, Ханданович, я глупо, конечно, выходил им. Да. И справедливо просто был за это наказан, поэтому... Очень похоже на реальное развитие событий. Но это было красиво. Не забиваешь ты, наказывают тебя. Да. Вот болельщики Бианконери. По-моему, я видел там Федука. Буффон чему-то радуется. А что такое, будто они получили этот? Это кубок ничего. Великий кубок ничего. Мы выиграли ничего, пацаны. У нас будут отсутствующие медали. 1-2 на стадионе Сан-Сиро. Джузеппе Миасса. Сан-Сиро. Интер проигрывает Ювентусу. Ювентус выигрывает Интер. Да. Даже так. Обыгрывает Интер. Ювентус обыграл Интер на своей площадке. На его площадке, точнее, вот так будет правильнее. Ну, в целом, все было не очень закономерно, но если имеешь такое большое количество моментов и забиваешь из них только самый первый, тебя должны за это наказать. Это, в принципе, произошло в матче, когда ты играешь за команду, которая послабее. У меня было реально больше моментов, я должен был забивать, но не сделал этого и резонно за это поплатился. В целом, исход матча абсолютно реалистичный. Я верю в то, что может произойти все вот так, даже по такому же сценарию. Ну да, я тоже верю в этот счет. Особенно хотелось бы верить в гол Квадрадо. Знаешь, еще... Которого выпустят, и он сразу же забьет. Еще было бы очень, с точки зрения логики футбола, вот этой вот кинематографической его части, отдать должок за матч с Реалом вот таким вот камбэком было бы очень классно. Ну да, а особенно игрой против Интера, потому что Интер надо пускать вообще в серию Б. Долой этот клуб. Вы смотрели FIFA прогноз, друзья. Большое спасибо за внимание. Дальше больше, дальше будет у нас намного интереснее матчи. Будем играть во что-то интересное. Будем играть во что-то интересное. Скоро вы это увидите. А мы будем называться по-другому? Будем называться мы точно так же. Александр Дегтярев, Роман Полинсков, FIFA прогноз. Увидимся. Пока!